Я опоздал. Нет. Спасибо. Ты принес лекарство вовремя. Встанешь? Где Луис? Он дрался за тебя. Пока мог. Идем. Времени мало. Убьем эту гадость. За Луиса. Ада, прием. Паразитов можно извлечь в лаборатории. Я почему-то решил, что ты знаешь, где она. Все самое важное находится в их святилище. Оно на вершине горы. Ищи там. Справочник по имени Ада. Удачи. Сочтемся. Давай, давай, удачи. Так, на всех внезапно посадили. Нас всех внезапно посадили под замок. Одного за другим нас увидят в соседнюю комнату. Уводят в соседнюю комнату. Я не знаю, что там творится. Так. К сожалению, носитель становится настолько глупым, что не годится для выполнения хоть сколько-нибудь сложных задач. Судя по всему, они намерены внедрить новую разновидность той девушки. Важно, чтобы она сохранила рассудок после процедуры. Так. Ясно. Ясно, что не ясно. Так, кристаллик какой-то у нас интересный. Отойди! Так. Держись на территории. Ой, на дистанции. На территории, говорит. Так, тут что ломаем? Ломается что? Не ломается. Здесь должно открыться. Черный что-то там взял. Что-то черный взял. Так, давай смотрим дальше, куда нам. Нам уходить влево, да? Так, что мы здесь имеем? Сейчас по-любому у нас будет торгаш. Так, золотой слиток продавать. Кристаллическая руда тоже на продажу. Как бы у нас ничего в ней нету такого. Так, что мы можем сделать? На корону идут два круглых. Три таких. Давай корону соберем. Получается же разные цвета. Так, у нас... Так, подожди. Надо желтый поставить вместо красного. Так, изменится что у нас? Да, 100 тысяч сразу. Ух ты, ё-моё. Значит, вот цвета очень сильно влияют. Цвета, получается, очень сильно влияют. А что за... А, на кубок у меня нету. На кубок нет. То есть разные цвета очень-очень сильно влияют на цену. Почти в десяток раз. Так, здесь что у нас? Есть у нас черный окунь. Черный окунь, черный окунь. Так, что можем сделать? На ПП можем сделать или на винтовку. А сколько патронов он, кстати, делает? Здесь 40, а здесь 9. 40 и 9 патронов. Так, стрелы мне, ну, не знаю, не нужны. У меня что там? 7 стрел. Есть. Так. 3 стрелы, 3 стрелы. Так, 9 стрел у меня получается. 7 взрывателей. Они мне пока не нужны. Тогда лучше, наверное, на ПП тогда. Или на винтовку. Давай на винтовку сделаем.
пускай на винтовке тоже будут. Так, на ПП у меня какой прицел там? А, нормальный, отлично. Пойдем, подруга. Что-нибудь будет кипиш, наверное, кто-нибудь. Есть? А то. Ты должна открыть оттуда проход. Ой, ты молодчинка какая. Руки испачкала. Я мастер отпирания замков. Ха-ха-ха. Ты молодец. Вот торгаш у нас уже. Отлично, сейчас мы с торгашом разберемся. С торгашом разберемся. Такое задание у него. Так, синие медальоны. Ну что ж, все синие медальоны, 5 штук. Грузовой склад. Грузовой склад. Это где-то здесь будет, да? Вот они, медальоны уже светятся. Вот, кстати, 3, 4, 5. 5 медальонов уже светится. Так. Для тира у нас сколько жетонов? Можем попробовать в тир сходить, жетоны отдать эти. Тут 3 жетона есть. Может, что полезное попадет. Тебе наверняка понравятся мои новинки. Я надеюсь. Я надеюсь, ты удивишь меня. Сейчас только я в тир схожу еще. Жетоны отдам, вдруг там что полезное выпадет. Так, 40% к цене за ресурсы. Но нафиг он мне нужен. Я не очень даже его понял. А, тут у меня нету, да, посмотреть. У меня же нет возможности посмотреть его. Да и не очень интересно. Продавать ресурсы. В принципе, не торгую ресурсами. Так, ты где, друган? У меня есть новые товары. Привет. Давай. В продаже есть очень редкие. Подожди, вещи, я тебе продам сначала. Так, ключ от темницы. Продаем. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Разводной ключ. Маленький ключ пускай будет. Так, брусок, кристаллическая руда, корона. Так. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Вот это продаем, да? Небольшой легкий пистолет-пулемет. Добр. Подожди, сейчас я еще гляну, что еще тебе скинуть. Ключ Луиса. А вот эти показаны можно продавать, значит, да? Маленький ключ. Ключ-карта. Так, здесь у меня битком прям, все битком. Давай так, соединим. Вот это, чтобы так не валялось, разброс. Сейчас мне, чтобы понимать, что мне надо. Так, рыбу можно продать, дифлофос можно продать. Рыбу, дифлофос. А, я, кстати, могу здоровье подправить-то. Что продавать-то? Или здоровье подправить. Да, давай-ка прибавим здоровье. А вот это продадим.
и 3 у меня хватит, надеюсь. Так, гранаты, ножи можно продать. Ножи можно продать, винтовочные у меня пойдут в дело. Правопути. Так. Привет. Я обновил ассортимент, друг. Подожди, друг. Готов купить почти все. Сейчас я посмотрю, что тебе продать еще. Боевой нож, карманные ножи продаем, потому что не буду я делать. Так, маленькую гранату. У меня аж 4 штуки маленьких. Пускай, может, будет. Световую продадим. Так, спрей продадим. Окуня продадим. И все. Славная сделка. Приходи. Приходи ко мне еще. Так, гранаты оставляем. Это все оставляем. Теперь надо все прокачивать. По патронам, что мы можем, что нам надо. Нам нужны коричневые, да, элементы. А, ну у нас пороха нет, нифига. Пороха у нас толком нету. Так что смысла нет что-то покупать. Но можно одно коричневое купить. На всякий случай. На ПП. На пистолет. Или просто сделать на пистолет сейчас патронов. Давай на пистолет сделаем. Чтоб, как говорится, голова не болела. Куда что тратить. И в любое время. Привет. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой. Блин, порох бы у тебя был. Было бы хорошо. Так, здесь что у тебя? Что-что? Как нам удалось добыть все это? Лучше не спрашивай. Так, ну здесь пока мне нечего у тебя брать. Нечего мне тут у тебя брать. Так, давай улучшение смотрим. Так, сначала нож починить. Хорош, забирай. Броник чинить. По-моему... Отлично получилось. Можно прочности добавить, хотя я не уверен. Твое оружие в надежных руках. Я все сделаю. Так, мощность пистолета на максимум. Здесь на максимум. ПП можно сразу, да? Увеличить мощь. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Держи, попробуй. Молодец. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Так, арбалет не надо, ничего с арбалетом вообще. Так. Если хочешь остаться в живых, улучшай свое... Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Вот увидишь. Держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Так, боезапас сюда не надо. Так, боезапас можно на дробовик. На пистолет. На пистолет давай. Держи. Сделаем. Все, как ты хотел. И на дробовик. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого. Вот увидишь. Все, пока. Чем все. Ищи, ты только там не убейся. Хорошо, как скажешь. Убиваться не будем. Так. 12. 13 стало. 14 стало. Так, на ПП. На дробовик. Ну и винтовка у нас... По максималке. Так, так, все, с охраночкой погнали. Вороны.
трачу только. Так, медальёшка. Чё там, бежите уже или нет еще? А где у нас медальоны еще? Давай-ка. Так, где-то сокровище прям тут. Прям тут или выше? Где-то здесь. Так, подруга, где сокровище? И медальон вижу, да? Надо же! Так, и медальон тут. Так, дальше где медальон еще? Дальше, да, проходим. 3, 2 я подбил. Получается вот 3 там. Так, побежали. Так, можем спуститься. Сюда зайти не можем. Тут не пройти. Спасибо, что подсказала. То я-то не знаю. Что ты орешь-то? Вон там еще идут водолазы. Так, смотри, что-то вкусненькое есть. Реально, стоишь, хоть бы искал, что собирала, пока что тут есть-то. О, там еще обезьяна, блин. Высокорослая. Бегай, собирай пока что-нибудь. Что-то есть же. Во. Помойки обязательно что-то должно быть. Медальон. Кто там рычит? Иди сюда, что там рычишь-то? Че стоишь? Медальон. Подруга реально хоть собирала, ходила бы. Толку пустую следом бегаешь. Так, там где-то в углу медальон должен быть. Вижу. Готово. А медальонов все. Так, и здесь больше ничего нет.
не очкуй. Слышь, хорош кривляться. Так, а ты иди сюда, там уже поаккуратнее будем. Повылазили, повылазили, тараканы. Так, чё у меня по подзарядочкам? Ничего толком, да? Так, а наверху что у нас? Здесь закрытая дверь. Пошли наверх. Так, давай прикажем, чё. Эшли. Ладно. Так, где-то блокировка должна быть. Дверей, наверное. Твою мать! Так, там подруги вот мои, да? И встает. Я иду к тебе. Так, тихо, сиди тут. Все? Жива? Пошли. Пошли дальше. Чё, бессмертный, что ли? Тварь такая. Все прут и прут. Собаки. Так, блин, с дробовиком, конечно, побольше патронов бы. Дробовиком-то вообще отлично. Еще бы бесконечные патроны, я думаю, это вообще было бы жирно. Так, нам туда не надо, правильно? Сюда надо куда-то. В
вонь жуткая. Справляешься? Ага. Приходится привыкать. Привыкай, привыкай. Так, у нас где-то тут... А, вот изумрудик. Так, это хорошо. Куда нам надо? Куда мы не можем пролезть? Не можем. А, вот. Не отходи. Ага. Нужно одновременно. Да. Ага. Да. Молодец. Так, все путем. Ага. Так, а, давай-ка мы тебя спрячем, да и все. Жди. Ага. Сиди тут пока. Красавчик. Отлично. Блин, так патронов-то мало. Охуеть. А ты чё, я не понял? А, в голове он. Живучая мразь, подохни. Любитель обнимашек. Блин, нифига, у меня патронов-то. У меня столько патронов нету. Ты ведь не ранен? Нет, все норм. Пускай она заботливая-то. Тот рычаг. Ага. Так, нужно одновременно. Да, ясно. Еще раз. Сейчас точно. Ничего, мы сможем. А что у тебя не получается? Или у меня не получается? Что надо-то? Или мне два раза надо? Ну! Еще раз. Что происходит-то? Ну! Есть! А что ты тупила-то? Есть. Так, у меня патронов, блин. Сейчас посмотрю, может, могу я на винтовку сделать патроны, если сейчас эти будут бегать, киборги. А я, кстати, не могу гранатами их. Мне кажется, я, наверное, и гранатами... У меня нету, блин, на это патронов. Нету патронов, нечего сделать на винтовку. Ладно. Надеюсь, их не будет больше. Или гранатами пробовать. Кстати, давай гранаты подготовлю. Маленькими. Света нет. Да, значит, сейчас будут вот эти вот как раз таки кислотные. Так. Помоги-ка. Сейчас, я вроде научилась. Диалоги интересные вообще, кстати, вот сделали, как бы, вообще нормально. То есть, как бы, разговоры такие по существу. Что удивительно. Не пустой такой, так сказать, трёп. Так, ничего больше нету.
Так, а это мы пропустили или... А, это нам сюда, а я здесь, да? Или где? Так, еще раз посмотрим. Да, вот я. Да, вроде все правильно. Вот вот сокровище у нас. Кислотную, да, пробовать гранатами закидывать. Что-то мне кажется, что-то будет интересное. Так. Сокровище должно быть. Вот оно. Черный окунь. Теперь окунь везде валяется. Вместо травы. Так, давай смотрим. Переместить питание, да? А где она? Так, мне к ней надо бежать теперь быстро. Эшли, нет! Вот, вылезла, блядь, обезьяна. Отцепись! Лови подарочек. Так, а этого гранаты никак, да? Эшли! Да ты там отвали, блин, где-то тебя сейчас. Так, надо бежать к ней. -то. Где фонарик, куда бежать? Бля, он утащит ее. Так, куда бежать? Я не могу! Блин. Понятно. Ладно. Эшли. Так, как мне этого-то убить, если у меня нет патронов? Так, ты держишь, да? Просто не знаю, мне или до тебя бежать тогда, или сразу до тебя бежать. Так. Ну да, в принципе, мне же вернуться надо к тебе. Давай попробуем еще раз. И сразу побегу к тебе. Давай, бегом. Ну, разгонись. Эшли, нет! Мост открыт. Отлично, вот они. Да,
Все, отпускай. Отпускай, подруга. Блин, а как ей команду дать? Блин, это обезьяна идет. Ну, как тебе? Во! Вот это ты молодец. Класс. Мне-то убивать ей нечего было. Это ты молодец. Так. Что у меня, здоровье? Нормальное здоровье. Так, опять загадка века. Так, ну только так вроде. Значит, не так. Так. Гранатами получается и не закидать этих. Блин, что там? Насекомое, блин. Сидит там, жует. ДПП нормально бы зашло бы стрелять этих насекомых. Так, у меня ничего не пропустили. Мы пропустили что-то, что-то где-то мы пропустили. Подожди, давай заберем. А, он на мосту был. Наверное, мы его не заберем. Сейчас посмотрю все же. Так, где он? Так. Блин, я не там бегаю где-то. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Это не та сторона. А, это вообще где-то в другой стороне, что ли? Да, это там было. Ну ладно, что ж теперь. Пошли. Профукали сокровище свое. Так, уничтожь всех крыс мусоропереработки. Ты выполнил просьбу. Отлично. Так, мусоропереработка у тебя где? Сейчас будет или где была? Да? Значит, надо возвращаться-то в мусоропереработку и там крыс уничтожить. Давай сейчас сходим тогда. Лишний шпинель, там может улучшение. Здесь мусоропереработка, да. Что, смотри, где крысы. Так. Где они? Где? Собака противная.
убили, не убили. Так, можешь поднять обратно? Ага. Займись этим. Ладно. Так, где крыса? Крыса там быстрее всего. А, он там вроде бегает. Где они? Где эти крысы? Я не вижу этих крыс. Ладно. Не вижу вот темноте и... Будем, значит, без крыс. Выполнил просьбу, да? Я по твоему лицу это вижу. Ну, крыс я ничего с ними не сделал. Крыс. Так, давай посмотрим, что тебе отдать тогда. Так, у меня есть 3 камня. Так, эти ценности. Так, 11, 7. Наверное, лучше сюда. 2 таких. Или от кубка избавиться. Давай от кубка избавимся. Вот это пока пускай висит тут. Так, здесь что у нас? Порох у нас прибавился, отлично. Порох сразу так, давай-ка винтовки. На винтовку обязательно. Так. И что мы еще можем? На дробовик. И как бы все. И как бы все. Гранаты все оставляем. Отлично, чужак. Итак, чем я могу тебе помочь? Чем же ты можешь мне Нам помочь? Все равно, рубины или рвы. Спасибо. Так, ну обмен у тебя опять, ну ничего, да. Так, на продажу. Тоже ничего, только улучшение. Так, подчинка, да? Регулярный уход и забота. Без этого никак. Давай, нож прочно улучшим тогда. Увы, но больше это оружие не улучшить. Оно мощное. Почти всегда выручит. Вот. Эксклюзив теперь можно, да? Или 60 тысяч, или жетон ионный. Хорошее оружие компенсирует недостаток навыков, друг.